Естественно-научная грамотность в исследовании ПИЗА. Физические упражнения. Здоровье – достояние всех людей. Когда вы тренируетесь, вы учитесь быть волевым, подвижным, выносливым, сильным, ваше здоровье улучшается, а ваша умственная активность повышается. Систематическое, но умеренное физические упражнения полезны для здоровья. Теперь, занимаясь вместе с вами, мы будем оттачивать свой ум и вместе находить ответы на вопросы. Дорогой друг, какая польза для здоровья от регулярных тренировок? По этому вопросу высказывались разные мнения. Давайте выберем «да» или «нет» для каждого утверждения. Первое утверждение. Физические упражнения полезны для профилактики заболеваний сердца и сосудистой системы. Мы отвечаем «да», потому что упражнения предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы. Второе утверждение. Физические упражнения приводят к правильному питанию. Подумайте, верна ли эта мысль? Конечно, нет, так как правильное питание не зависит от выполнения физических упражнений. Третье утверждение. Упражнения помогают избежать лишнего веса. Это очень верное утверждение. Физические тренировки сжигают калории, которые попадают в организм с пищей и откладываются в запас. Продолжаем упражнение. Что происходит при тренировке мышц? Первое утверждение. Увеличивается кровоснабжение мышц. Конечно, да. Действительно, во время тренировки мышцы требуют больше питательных веществ и кислорода, которые доставляются кровью. Второе утверждение. В мышцах откладывается жир. На этот вопрос ответим «нет», поскольку во время тренировки жиры расщепляются для получения энергии. Вы не устали? Постарайтесь двигаться в темпе. Не отставайте от меня. Почему во время физических упражнений вам приходится дышать чаще по сравнению с тем, как вы дышите, когда ваше тело находится в состоянии покоя? Частое дыхание дает возможность больше насытить кровь кислородом и выделить больше углекислого газа. Процесс поступления в организм кислорода из воздуха и повышение из организма соответствующего количества углекислого газа осуществляется посредством дыхательной системы. Именно поэтому и приходится дышать чаще. Дорогие друзья, мы вместе с вами сделали несколько полезных упражнений. Жизнь требует движения, а развивающийся ум – дело. Будьте здоровы!